стоит наказывать в оправдание. Грех сам по себе уже наказание. Главное самому не грешить праздно и быть начеку от медовых соблазнов. Лучше обернуть к лучшему каждое событие, к примеру, вместо разборок чаепития. Даже если эти поступки кажутся шизой, и хочется в душе на все махнуть рукой. Осмыслить мир можно и без рутины, осмотреть лишь кусочек этой картины. Когда новые открываются детали дали, куда многие уже до тебя летали. Бывает, будто смотришь на сложный мир через призму своей боли и трактир. Заблуждение, когда не верят в доброту, а как верить, когда многое в пустоту.